Живописцы республики сдают профессиональный экзамен. В Уфе открылась отчетная выставка Творческого союза художников Башкирии. Подобная экспозиция проходит раз в два года. Наш корреспондент Гульшат Валеева побывала на вернисаже. Вот у меня работа «Французская поляна», так называемая, довольно известная, на Инзере. Родные ландшафты и такие знакомые жителям республики очертания местности. Природа Башкортостана стала одной из ключевых тем этой экспозиции. Потому что красота родного края – неисчерпаемый источник вдохновения, признаются художники. Башкирия, она красивая. Я просто много ездил по стране, но красивее не видел. У меня отец был железнодорожником, я с ним катался. Я в Чишмай жил, приюта, в Симской. Видел? Но она разнообразна. Фактурно. А фактура, она всегда двигает душу. Ну, это импульсивно. То есть смотришь, тебя это трогает. Если тебя трогает, значит, это твое. Экспозицию организовал Творческий союз художников Башкортостана. Это отчетная выставка, где все работы отражают профессиональный путь мастеров кисти за последние два года. Каждая картина прошла строгий отбор, прежде чем стать частью экспозиции. Здесь представлена графика, декоративно-прикладное искусство, конечно, живопись, разные направления, разные творческие взгляды. Здесь очень философские работы встречаются. Есть пейзажи, есть работы с натуры. Выставка получилась очень яркой и колоритной, говорят организаторы. Несмотря на то, что здесь представлены работы самых разных направлений, после знакомства с экспозицией создается впечатление ее целостности. К слову, на выставке представлены картины не только видных деятелей Союза, но и кандидатов на вступление в организацию. Вообще все это сделано мастихином. Здесь кисть только это только люди. Здесь, в общем-то, послойное нанесение фактуры с внедрением цветового градиента, именно чтобы передать объем. Вообще, как я не исключаю каких-то тактильных ощущений, которые можно получить от моей картины. То есть зритель может не только подойти, насладиться каким-то пейзажем, но еще и может, в принципе, очень аккуратненько потрогать ее. Отчетная выставка организована в арт-галерее исторического парка «Россия. Моя история». Здесь представлено около 100 картин 53 художников. Вход для посетителей свободный. Ознакомиться с экспозицией можно будет до конца января. Гульшат Валеева, Рамзель Мигранов, Россия. Культура. Башкортостан.